Новости. 17 октября в студии с новостями Андрей Юлиан. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Благотворительный фонд Билла Гейтса спас жизни 17 миллионам людей. Корабль «Звездных войн» побил ценовой рекорд на аукционе. Благодаря папе Франциску улучшилось мнение протестантов о католиках. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня, вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. В течение 13 лет глобальный благотворительный фонд Билла Гейтса сумел спасти жизни 17 миллионам человек. Такая информация содержится в последних отчетах организации. Бизнесмен основал фонд более 30 лет назад. Главной его целью было улучшение условий жизни человека за счет внедрения современных технологий в области медицины. Каждый год на программы здравоохранения расходуется порядка 2 миллиардов долларов. Таким образом, число высококвалифицированных работников фонда было многократно увеличено. Ключевыми направлениями работы фонда является борьба со СПИДом, малярией и туберкулезом. 40-сантиметровую модель космического корабля из киносаги «Звездные войны» продали на аукционе Profiling History. Модель корабля, который был задействован в фильме «Звездные войны», ушла с молотка за 450 тысяч долларов и стала самым дорогим лотом, связанным со знаменитым кинофильмом Джорджа Лукаса. Ранее, как сообщает ТАСС, полуметровая копия космического корабля входила в коллекцию специалиста по визуальным эффектам Гранта Макьюна. Он использовал эту модель для создания полноценной декорации. За свою работу Макьюн получил премию «Оскар». Проведенный в США опрос показал, что папа Франциск своими действиями способствует повышению репутации католической церкви в глазах протестантских пасторов. Около 40% опрошенных заявили, что папа Франциск, известный своей скромностью и заботой о бедных, оказал положительное влияние на их мнение о католической церкви. Исполнительный директор Lifeway Research отметил, что многие протестантские лидеры прошлого, такие как Лютер, Уэсли и Спержен, не рассматривали папу Римского в качестве брата во Христе, а скорее видели в нем антихриста. Такого же мнения долгое время придерживались и современные протестантские пасторы. Опрос показал, что теперь 2/3 респондентов видят в папе Франциском истинного христианина и брата во Христе. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 17 октября в 1873 году родился Яков Усачев, физик, основоположник науки о резании металлов. В этот день, в 1912 году, родился Иоанн Павел I или Альбина Лучани, 263-й папа римский улыбающийся, последний в истории понтифик-итальянец с самым коротким сроком папства – 33 дня. Сегодня празднует свое 43-летие Eminem, американский рэп-исполнитель. 17 октября в Краснодаре проходит День кубанского казачества, в Аргентине – День лояльности, а в США – сладкий день. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.